Шагенов играет на выходе, в принципе, достаточно четко, хотя чувствуется, что мяч, скорее всего, скользкий от дождя, и немножко тяжеловато ему было этот мяч зафиксировать. Но, тем не менее, он это сделал без особого труда. Ой-ой-ой! И что же это получается? Да, вот вам, пожалуйста, грубая ошибка Сергея Воронина, голкипера ижевского «Зенита». Далеко он вышел из ворот. Удар, в общем-то, такой, по большому счету, ничего не предвещавший, никакой опасности. Но только если бы...